Телеканал «Репортер» продовжує працювати в умовах воєнного часу. Воєнний стан в Україні введено. Ми продовжуємо в прямому ефірі стежити за подіями, які відбуваються в нашій країні. Не на сході, не на западі, не на півдні. Всій країні ворог атакує, продовжує атакувати. Своєю думкою з цього приводу, експрес-думка, ділиться Костянтин Гречаний. Костянтин, вітаю тебе. Отже, вітаю. Що це було зранку? Теж таке ж питання ставлю я, як і Юліану Аксьонову, так і тобі. Теж ранок розпочався, як і у всій країні, о 5-й ранку. Твоя думка з того приводу, що відбувається? Ну, я ничего, скажем так, сенсационного не скажу. Было то, чего мы все боялись. Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину под вывеской так называемой военной миротворческой операции. Но, по сути, нам объявили войну, на нас пошли войной. И мы обороняемся, защищаем свою территорию. В принципе, тут и добавить нечего. Политические аспекты, все ж таки, мы знаем тебя как политического глядача. Чи чекати на підтримку з боку наших партнерів? Зараз є новина, що Євросоюз готовий прийняти українських біженців. Це вже таке слово війшло в обіход, що саме біженці. Це потенційно всі ми можемо бути. Ну, это, скажем так, такая себе поддержка. Понятно, что они готовы принять. То есть Эммануэль Макрон, вот Франция, мы знаем, сейчас головуя в ЕС, вот, председательствует в Евросоюзе, тоже пообещал Украине поддержку, осудил агрессию Российской Федерации. Ну, так они и до этого осуждали. То есть, да, понятно, новые пакеты санкций. Это все важно, это все очень хорошо. Вопрос в том, что российские войска будут идти в Украину до того момента, пока их физически не остановят. У Российской Федерации четко я вижу две цели. Это, во-первых, ну, то есть Песков напрямую сказал, зачистка Украины. Что подразумевает собой зачистка, как я это вижу? Однозначно, оккупация всей территории Украины, аннексия части территорий на юге, на востоке, даже на севере части территорий, которые Российская Федерация, Путин, не, будем говорить даже не Российская Федерация, а руководство нынешней Российской Федерации в лице кровавого тирана Путина считает своими. Вот. И смена власти в Украине, то есть много где уже говорилось, то есть зачистка правительственного квартала в Киеве. То есть цель – это вот регионы, которые она считает свои, и зачистка Киева. Ми знаємо, що напередодні Рада працює майже в такому режимі нон-стоп, 24/7, це турборежим в квадраті, я так вважаю. Напередодні було там повідомлено стосовно, як би, як, так мовити, позиції Ради, був введений там військовий стан, загальна мобілізація. Я про що хотів запитати. Напередодні було утворено оборонну коаліцію. Всі, майже всі політичні партії, всі керівники партії об'єдналися. Це можливо було зробити кілька місяців по тому. Не запізно. Это, конечно, нужно было делать намного раньше, но вот знаете, у нас пока жареный петух не клюнет. Вот, конечно, куда уже отступать? Все в одной лодке, вот, и единственное, что есть у нас, безусловно, одна партия, которая, вот то, что, отвечая на ваш предыдущий вопрос, да, вторая его часть была касалась смены власти в Украине, вот одна из целей Российской Федерации, которую я вижу. Есть у нас такая партия ОПЗЖ, мы знаем, что там есть, по сути, два таких сегмента, группа Левочкина Бойко, группа Медведчука Рабиновича Столара. Я не исключаю, что вторая группа, которая близка, собственно, к Российской Федерации, с их подачи ОПЗЖ на своем официальном сайте поздравляла Путина с днем рождения в прошлом году. То есть Медведчук – это близкий родственник Путина. И вполне возможно, что будет там какой-то комитет освобождения Украины под предводительством господина Медведчука, которому в случае успешной операции в планах России передать власть. Вот. Примерно вот так я это вижу. Все остальные политические силы находятся в одной лодке, и в принципе мы понимаем, что если Российская Федерация сюда зайдет, не будет ни Батьковщины, ни Евросолидарности, ни Слуги народа, никого. По сути, вся вот наша политическая архитектура будет разрушена. Поэтому, естественно, они объединились, отступать уже некуда. Но, конечно, опять же, я с вами согласен, что это надо было делать намного раньше в таких вот ключевых вопросах.
Як на мене, для деяких представників опозиції, ну опозиції такої, близької до партії ОПЗЖ, це могло стати теж такою несподіванкою. Вони не чекали на це, ну мені так здавалося. Вони довгий час говорили нам про важливість Мінських угод, ну я розумію, але коли сам президент країни-агресора каже, що їх немає, я їх там закреслив, все. І риторика, я думаю, зміниться, що ми багато років говорили, що це тільки Мінські угоди, а тут ще нема ніякого Мінського. Близька позиція, ви кого маєте в виду? Господина Мураєва, Шарія? Вот так, десь так, десь так. Ну, я думаю, що... Наші одеські депутати також. Якщо говорити про партію Шарія, вона давним-давно під контролем Віктора Медведчука, це, по суті, їх молодіжка, це, я думаю, що як партія, вона, по суті, свою пропагандистську роль вже виповнила, якщо, не дай Бог, произойде захват власті Російської Федерації в Україні, то... и ее подконтрольными структурами, то партии Шария как таковой не будет, потому что она уже не нужна будет. Что касается Евгения Мураева, то я думаю, что Медведчук в первую очередь зачистит свое электоральное поле, чтобы ну, быть, скажем так, полностью иметь всю полноту власти в Украине, чтобы не было каких-то вот электоральных метаний. Поэтому они первые попадут под удар уже после установления власти. Все остальные партии, я думаю, что исчезнут еще до того. Ми починали розмову з того, що обговорювали реакцію Євросоюзу, світової спільноти на події в Україні. Ми бачимо, що багато наших співвітчизників, вони все ж таки, ну, я повторю, я їх не засуджую, вони не знають такого, що таке не піддаватися паніці. Пробки на вулицях міста, на вулицях столиці, люди їдуть подалі від снарядів, подалі від зброї, подалі від війни, а сподіваючись, їх все ж таки приймуть, там, Словаччина, Польща, я це все розумію. Як бути людям, яким ну, нема куди їхати, але вони хочуть жити в мирній країні, записуватись в тероборону чи там... Ну, кто может, действительно нужно записываться в территориальную оборону. Так самое главное, действительно, не поддаваться панике, потому что то, что вот творится сейчас в наших супермаркетах, это что-то нереальное. Слава богу, банковская система более-менее работает, что ажиотаж есть, но он мог быть еще хуже. То есть мы же понимаем, что это тоже одна из, скажем так, тактических целей Российской Федерации – посеять панику, создать вот такой полный хаос в обществе, чтобы легче было, ну, скажем так, чтобы страна была абсолютно неуправляемой, тогда ее легче будет захватить. Вот, поэтому, безусловно, то, что говорят вот со всех экранов, я еще раз повторю, не поддавайтесь панике. Самое главное, что вот трезвый расчет, то есть делать то, что нужно, и не бежать, скупать все, что вам надо и не надо. Да, должны быть какие-то запасы продовольствия, запасы воды, финансовые запасы. Это все понятно. Вот. Но вот просто сметать все с полок – это тоже не совсем правильный подход. И если есть люди, которым нужна ваша помощь, там пожилые люди, допустим, да, которые боятся сейчас выходить на улицу, безусловно, о них нужно не забывать, это близкие, соседи, позвонить, спросить, что-то ли нужно и помочь. Однозначно помочь. Да, дякую, Костянтин. И таке останнє питання. Ми все ж таки знаходимося в Одесі. Є Одеська обласна адміністрація, є мерія, які на час військового стану наділяються трохи іншими повноваженнями, більш широкими. Ну, це зрозуміло. На твій погляд, наш регіон, наше місто було хоч якось готове до такої ночі, до такого ранку? Ну, я думаю, что речь идет в первую очередь о военных объектах, и тут мне сложно судить, так, потому что у нас нет информации. Что касается коммунальных служб, сегодня мэр заявил, что все они будут работать, а, как говорится, ну, скажем так, верифицировать этот процесс мы уже сможем вот со временем. То есть заявление – это все хорошо. Посмотрим, насколько коммунальные службы будут эффективно работать в такой вот обстановке. То есть сегодня, мы понимаем, только первый день полномасштабной агрессии, поэтому пока что вот огульно говорить, что не готовы, или наоборот говорить, что вот раз мэр сказал, значит все будет хорошо, это не совсем правильно. Посмотрим, посмотрим. Сегодня під час засідання на Думской площі було сказано, зокрема, щодо проведення шкільних занять онлайн-режимі. Вони відбуваються, ну і також представники міського господарства заявили, що в принципі
все працює, але ми дійсно бачили, що в чомусь там було там важко уїхати. Але і сам мер, він пояснив, що коли країна різко перебудовується, ну, з мирного життя, ну, майже мирного життя, на такі там рельси, то можуть бути збої, і ми теж повинні це сприймати з розумом. Дякую, Костянтине, за таку, за те, що поділився думкою. Залишайтесь на репортері, чекаємо на якісь також добрі новини. Боротьба, як то кажуть, триває. З вами був Віталій Піхемій. Не перемикайтесь.